Штребух. Всем привет! С вами футбол... Чего, блядь? Футблогер Штребух. Пиздец, чё за дебилизм, блядь, сука? Разъебать бы нахуй этот стол ебучий. Предвкушение, что же будет дальше? И это обзор еды из помойки. Ты что, с ума сошёл? Все мы любим покушать, согласитесь, но не всегда за это покушать хочется платить. А сейчас я, как всегда, пойду на помойку, отыщу там продуктов и обязательно от первого лица покажу же вам же, что же там можно найти. И вместе с вами мы продегустируем эту еду из помойки. Пиздец. Такого контента вы нигде не увидите. Вот с этого момента поподробнее. Поэтому усаживайтесь поудобнее, готовьте чай, там печенье, дошираки, все, что у вас есть. И приятного просмотра, ребятки. А вот и первая сочная помойка. Интересно, есть ли тут еда? Сейчас посмотрим. О, конфетки. Заберу. Свелые помидоры. Не берем. Яйца. Яйца, в принципе, можно взять. А эти помидорки вполне нормальные. Возьму. Какая-то икра кабачковая. Ну что, возьмем, попробуем. Ух ты! Внутри есть шоколадка, скорее всего. Офигеть! Очень бы хотелось найти колбаски копченой. Ребят, я тут нашел немножко хорошего хлеба. Именно это нам и нужно к столу. Еще одна шоколадка. Забираем на дегустацию. Нашел пару крыльев из KFC. Ух ты! Чипсы. Офигеть. Нормальный, легкий перекус. У меня тут есть палочка специальная. Чисто возле помойки нашел. Ого. Горбуша. Еще одна горбуша. Тунец. Тунец. Сайра. Шпроты. Я так подумал, в нашем меню не хватает яблок. А еще молока. Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. И огурчиков. Зацените, что я тут нашел. Сулугуни. Три сулугуни. О, чуть-чуть молочка. Всем привет, вы на канале Мусорный Дозор, и зацените нашу находку. Оттуда достал коробочка от iPad mini, а внутри, та-дам, бадыщ, айфон. Итак, ребята, я охренел, смотрите. Вот такое вот у нас могут выкинуть. Пробуем его включить. Итак, 3, 2, 1. Дорогая, я дома. Принес продуктов. Из помойки. Ну что, приступим к дегустации? Поехали! Что это такое? Подарки детям в Иркуты! Мне удалось собрать примерно за 3 дня целую сумку еды. Пора дегустировать. Молоко. Ой, а молоко-то беременное. Смотрите. Это просто кисляк, и все. Чем пахнет, а? Чем? Правильно. Хуйней. Забыл в холодильник убрать.
Ну, раз уж я взял его, придется дегустировать. Ну что ж ты тут поделаешь? Просрусь немножко, ну, бывает. Приступим. Срок годности у нас закончился 12 числа. Сегодня у нас... Какое сегодня число? Ну, а сейчас 25-е. Ну, я думаю, не особо страшно, ведь у меня есть активированный уголь. Молоко как молоко. Ребят, не советую такое молоко употреблять. И еще одно молоко, у которого срок годности закончился 14 числа. Сегодня 25-е. А это молоко реально вкусное. Я думал, оно такое же скисшее, как и то, но это нормальное. Вкус обычного молока. Вообще, обычное молоко, пусть просроченное, но оно вкусное. Чипсы Лейс. Пахнут чипсами. Сметана и лук. Рифленые. Вкусные чипсы. Попозже кинчик включу и буду их кушать. Огурчики из магазина Верный. Прямо из грядки. Российский продукт. Ну, срок годности здесь не написан. Я думаю, у огурцов нет срока годности. Они типа, ну, сгниют, и это будет видно, что их нельзя употреблять. А эти целые. Белиссимо. Ну, думаю, бояться здесь нечего. Из-за огурцов я точно не отравлюсь, и все будет хорошо. Ну... Огурец как огурец, нормальный, ну слегка вялый огурчик. Ну а все мы знаем, что на халяву и уксус сладкий. Погнали смотреть, что там еще есть. Сайра, тунец, горбуша, еще одна, еще горбуша, тунец, ну и шпроты. Ой, сколько всего. Я думал, ребят, попробовать вот эту горбушу, но специально для вас, так как она просрочена всего лишь на 3 дня, я попробую вот эту горбушу, которая просрочена на год. Где моя открывашка? Магия! Так можно и стол разломать. Ой! Ой! Сочится горбуша. Блин, ребят, эта открывашка вообще не работает. Она не открывает, а просто гнет банку. Мне кажется, здесь хлеб понадобится. А вот и хлебушек. Плесени нет, на вид нормальный хлеб. Надеюсь, я выживу. Ребят, мне кажется, она будет невкусной, как минимум. В принципе, можно есть. Но вам категорически не советую, так как можно отравиться. Следующий лот – это крышка-господарочка, а внутри что-то похожее на какую-то икру. Это похоже на перец. Икру из перца. На вкус вполне неплохая, съедобная. Это яблоки. Нормальные яблоки. Абсолютно целые. Не гнилые, ничего. Сейчас я его помою. Ну что, приступим? Вкусные яблочки на самом деле. Кисловатые, но в принципе за бесплатно просто идеальнейшие яблоки. Яйцо куриное. Срок годности 25 суток. Дата сортировки 19 июля. А сейчас 25 сентября. А вот яйца куриные мне реально стрёмно хавать. Блять.
Ну, на запах обычное яйцо. Обычное яйцо. Надеюсь, я доживу до завтра. Помидоры. Этот помидор, в принципе, нормальный, но вот этот слегка подгнил. Попробую вот этот помидор. Наверное, он обычный помидор. Ну, что и требовалось доказать, это обычный помидор и вкусный. Правда, слишком он какой-то сочный. Но так помидор как помидор. О! Сулугуни. О, нашел срок годности. Потому что здесь этикетки все оборваны. А здесь немножко надписи осталось. Тут написано, что годен до 03.09. Сейчас 25 сентября. Вскрываю упаковку. Но немного запах есть чего-то такого пропавшего. Он горчит. Он точно не свежий и невкусный, и опасный сыр. Пожалуй, самая вкусная еда из сегодняшнего обзора. Это крылья из KFC. Мясные продукты на самом деле страшно есть, потому что это, мне кажется, вдвойне опаснее, чем есть тот же самый хлеб. Пахнет, в принципе, хорошо, тухлятиной не несет, нормальный запах. Внутри также ничем не воняет. Офигеть, они острые, но они вкусные, они нормальные. Я их нашел позавчера, потом закинул в холодильник. Ну, то есть, возможно, они даже были свежие на тот момент, когда их выкинули. Пора приступать к десерту. Нарисована малинка, видимо, шоколад с малиной. Офигеть, он даже не просрочен. Смотрите, срок годности до 2020 года. Я такой шоколад в магазине никогда не видел. Но мне кажется, он дорого стоит. Офигенный молочный шоколад. Реально с кусочками малины и вкусный. Один из самых вкусных шоколадов, которые я пробовал когда-либо в жизни. А это шоколад Санкт-Петербург. Написано Russian Шоколад Премиум. Даже тут цена 300 рублей. Срок годности у этого шоколада 12 месяцев, а дата изготовления 13.04.18. То есть просрочился он еще в мае. Ну, я думаю, я выживу. У меня же иммунитет и активированный уголь есть. Видите, слегка белый есть налет на шоколаде. Это признак того, что он уже долго лежит. Да, по ощущениям шоколад низкого качества. Слегка твердый, сухой. Но, в принципе, кушать можно. Ведь на халяву и уксус сладкий, да, ребят? Ну и последняя сладкая еда на сегодня. Конфетки. Блин, что тут написано? О! Язык прикусил. Это мятная конфета, а внутри просто сахар. С какими-то примесями. Но, в принципе, с чаем пойдет. И на этом прекрасном сладком моменте мне придется оборвать наше видео и подвести итоги сегодняшнего обзора. Покушать из помойки можно, но нужно быть всегда начеку, держать уши востро и припасаться активированным углем. Пишите обязательно в комментариях, как вам такая рубрика на моем канале. Вы стали немножко бомжами после просмотра этого видео. Всем пока. Ну и не забудь приценить находки на канале Мусорный Дозор.